нас презентация новой коробки для Ханны. Все котики любят коробки. Это как раз тот монитор, который она сломала, пришлось купить новый, вот от него коробка осталась. Она все почему-то не додумалась у меня залезть, не получалось точнее ее открыть. Хотите коробку? Не открыли. Ханна, как тебе? Как свежо шумит-то. Нравится? Все котики любят коробочки. Что ищет сейчас? Что она из нее сделала уже не коробку? Ну-ка закройте назад, было удобнее. Она осталась последнюю закрыть. Ой. Так я не смогу открыть, она жопу лежит на этой штуке. Да пусть она уберет. Ну, есть теория, что котики жидкие. Какие? Жидкие. Могут затекать в любые щели. Да, испортил вам все. Что, до этого, когда она сложная лежала, ты не обращал внимания, что ее можно вывести. Сегодня мы постараемся подвесить игрушки к потолку. Ну, чтобы они болтались как-нибудь. Чтобы было интереснее, если успеем. Эй, бандитка. Ты понимаешь, что ты не стоишь, ты не сможешь ее поднять? Котик увидел. Котик тоже хочет. Так обычно в итоге котика спит в этих коробках. Котик, смотри, там новая коробка появилась. Ханна рассказывает свои впечатления на ушко. Кот вообще недовольный. Такой злой сидит. А мне и старая нравится. Игривый. Ну, Костик, какой котик. А че ругаемся? А? Сама не поняла, что. Дай поцелую. Дай поцелую. Кстати, она царапается когтями, так это ругается. Благо, я их обстригла. Больно, Хан. Давай это нормально. Давай мириться, все. Да ладно тебе. Ну помиритесь уже. Почеши ее за пачку. А то ведь припомнит.
если очки сниму? Другой человек. Давай мириться. Все хорошо. Ночью к кому будешь приходить, а? Ты зря так. Голубики. Да. Ну все, хорошо. Все. Давай почешу твои ушки. Все хорошо. Мы больше не разберемся. Да, это папа нас с тобой интересами столкнул, злую тебя ко мне положил, да? С дочкой моей. Папа плохой. На, хочешь мясо? Да. Вообще-то тут еще больше. Это ты зря, Рыся. Вот так вот ребёнок разбудился ночью. Покусал. Я уже не спала, Арсана ещё спала. Решила отобрать её, чтобы она его не будила. И теперь уснула, наигрался. Скучно, видимо, было и спать одну. Уже какая здоровенная. Ну, долго, конечно, так тоже не просто, потому что жарко будет просто очень. Улеглась. Неудобно, что мне, по крайней мере, точно. Поджал такой заминушки. Устал, забегал, заигрался. Мы пока спали, они там с животными играли. С Фиби, с котиком, с Пуси. Что светит? Отвернуться. Скоро такая всю кровать будет занимать. А мне все будет в полной кровати будет спать. Ну, спокойной ночи, Ханна.